Здравствуйте, снова я, и сегодня у нас будет по традиции Angry Neighbor. Я надеюсь, вас еще он не задолбал. Это будет у нас сегодня Альфа 1.03, РБР Build 220 и музыка на заднем плане, с которой я отхватил однажды авторские права, но я надеюсь, я не отхвачу на данный момент авторские права. Я очень надеюсь на это, ребята. Вот, давайте options. Кстати, map quality, давайте max, все баг, давай баг. Single player, давай. На максимальных настройках играть будем. Я надеюсь, отрастить права я не получу за эту музыку рекламном меню. Сейчас мы с вами. Прям сразу видно все на максимальных настройках, ребята. Прям сразу видно. Так, я, кстати, имею право прям сразу, чтобы пойти к нему домой и не открывать свой дом. Салам алейкум. Бомбарайпа. Что за песня странная играет в предпогоне? Так. Ну, я надеюсь, он куда-то попрется и не поймает меня, и не выйдет. Да, я не знаю, что я сейчас высрал. Я надеюсь, что он где-нибудь со стренды тупо не сможет выйти. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Так, да, блядь. Коробочка. Давай, блядь. Коробочка. Блядь! На. А слушай, у него же вроде бы искусственный интеллект, как бы это. Исправился, и вот теперь как бы умнее стал. Я вот это вот как раз таки боюсь, что этот имбецил поумнел. Ну, хотя, слушай, с другой стороны, как бы даже играть будет посложнее. А, хотя не, он тупо тупой дебил, который тупо продолжает бегать. Окон. Знаешь, ты как вот это вот, когда из детдома ребенка собирают, это еще один детдомовец, который тупо смотрит в окно и что-то я хотел сказать на букву Х. И советуют тому пацану, которого собирают. Так. Ну, пока что, кстати, все успешно идет. Очень даже. Ребята. Мне бы его вот как-то заманить. Слышь? А где он, кстати? А, вот он. Дядь Сереж, ты что, охренел? Все, кап сда тебе. Ба! Ой! Бах, мы с вами сейчас идет. Блин. Неприятный момент. Так, скрою двери. Отлично, друзья. Давай, открывай. О, отлично. Сука, самая лучшая концовка в мире. Так, смотрите, давайте пока просто побегаем по дому. Чир у нас имеет с вами. Чир. Представляете? Чир. Чё у нас, кстати, ничего не имеется? Так, машины нет. Как ты тут оказался, дебил? Все, я пошел. Я у тебя стол своровал. Аллах Акбар. Будь здоров, не хворай. У меня даже, кстати, это... Я даже дома свой не открывал, ребята. Так. Ага. Так. У нас, кстати, очень крутая машина. Вот смотрите, какой роль. Очень, кстати, если говорить без рофла, то проработанная машина главного героя. Ну, хотя вот как... На вид вот это вот серый момент, вот, к слову, вот эта вот задняя часть машины, вот там, где багажник. Как бы, есть ощущение, что тут нет текстур просто. Нет, текстур. Так, давайте теперь поищем другие пасхалочки у нас. Уже замечательная концовка, как по мне, это то, что нету как такого и подвала самого. Блядь. Прискакал. О, еще закрыл тебя. Да, он все, он теперь бежит там. Вот. Сейчас, если я правильно помню, то
как бы имеется тоже вот этот, как его зовут, та же самая пасхалка, что я вчера нашел. Да, сейчас ее тоже проверим, может есть, может нет. Просто как бы побегаем по крыше дома. Да. Тут, кстати, теперь вместо того челика, который смотрит, просто стена. Бля. Ну вот как всегда, ребят. На самом конце срезался. Так, ой, бля. Ах ты, давай, давай. Оп, давай, давай. Оп, давай, давай. Оп, давай, давай. Оп, давай, давай. Давай. Я верю в тебя, братаха. Есть! Блин! Ну вот, ну по традиции я всегда падаю. Хотя это, кстати, выглядело очень странно, что я сейчас упал. Блин. Ну почему ты падаешь? Почему ты падаешь? Почему ты падаешь? Потому что я падаю. Мое призвание по жизни — это падать. Падать и духом, морально, духом падать всегда, и даже физически падать, математически падать даже. Вот, это же сейчас упал, ребята. Давай сейчас я, наверное, не упаду. Хотя не, я упаду. Давай, сейчас упаду, просто упаду. Нет, не упал сейчас. Упаду. Давайте прямо сейчас посмотрим, что тут такое. О, кстати. А, тут то же самое. С чем я тогда просто брал мусорные баки? Если они мне тупо не нужны. А, так, у нас с вами есть... Чё, в смысле? Чё в натуре, ребята? Я вышел за границы карты. Это сейчас без руфа я вам говорю. Вот видите? Гараж. О, гараж. Гараж, гараж. Моя... О. Я вот у кого-то дома сижу, вот, ребята. Он и в киске, это... Имбово. Имбово, так скажем. Да. Так, еще один дом. Имеется. Можно у меня зайти? Вот. Я зато вот... Я в сам доме зайти не могу, но если тут на веранде могу вот поставить. Это уже не было, кстати. Вон, птички поют вот это вот. Кстати, поворот. Вот хорошая дорога, я понимаю. Как говорил один самый великий водитель в мире. Вон, мусорные баки, на которых можно покататься, ребята. Ах. Где мусорные баки ломают систему? Вот так. Вот еще один дом вот имеется, я в него... Нет, я тоже не могу зайти. Ну, как-то так вот получилось. 100 мусорные баки. Два моих друга. Один бак, другой бак, смотрите. Так. А можно, кстати, вернуться? А, не, я уже не могу вернуться, кстати. Дядя Сереж, ты там? О, дядя Серёжа! Привет, дядя Серёж! Ты меня видишь? Я тебя вижу. Дядя Серёж, ну пожалуйста, повернись ко мне. Давай, выбеги сюда, выбеги сюда. Выбеги. О! Ты куда побежал, дядя Серёж? Ты что, меня провожать? Побежал, дядя Серёжа. Да... Дядя Серёжа, давай прыгать вместе. Дядя Серёжа, ну давай, ну пожалуйста, иди сюда. Ура! Мы снова вместе! Ура! Мы вместе, дядя Серёжа. После такой разлуки мы снова вместе. Давай, все, теперь я тебе в наследство перепишу свой дом. Вот, да, дядя Серёжа. Все, теперь мой дом — это твой тоже, да. Да, прям прыгаешь от счастья до небес. Да, прям такая музыка от тебя исходит приятная, просто такая радостная. Слушай, хочешь, я тебе мусорные баки там? Погоди, сейчас, погоди, не уходи. Я тебе вот сейчас мусорные баки дам, я не рофлю. Давай, попрыгай там пока от радости. А я тебе пока дам вот один мусорный бак у меня есть, он... другой мусорный бак у меня есть.
Вон, смотрите, у меня даже кувалда есть от Сережи. Смотри, у меня кувал. Дядя Сережа, ты где? Нет. А, вот ты где. Дядя Сереженька. Здорово. Давай, хочешь, я тебе вот там кувалду? Вот. Давай я тебе вот ворот сошвырну сейчас. Бах. А, нет. Ну, с другим-то получится, да? Ба. Ой. Извини, дядя Сереж. Ну, хочешь, я тебе молотком? Бах! 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 Чё-то компот, что ли, на перси, что тебе так исходит компотом. Какие-то странные звуки, кстати, когда я тебя бью. Вот. Молотком. Молотком. Плохой, дядя Сереж, плохой. Ловишь меня постоянно, не узнаешь. Тебе сейчас я возвращаю память, чтобы ты узнал, кто я такой. О, где ты? Да где? Нет, я убил дядю Сережу. Дядя Сережа, я тут. Я тут, дядя Сережа, я тут. Нет. Ну куда ты пошел, дядя Сережа? Я же тут. Нет, дядя Сереж. Ты что, меня не узнал? Давай обнимемся, иди ко мне, дядя Сережа. Ну почему ты ко мне не идешь? Нет. Нет, дядя Сережа. Так, все, ладно. Чем можно еще заняться? Вот. Можно заняться вполне благотворительным делом, можно скинуться. Да, скинуться. Спрыгнуть. Это очень благотворительное дело. Спрыгнуть. Спрыгнуть. Да. И улететь в песню. Что у меня есть? Вот золотой ключик. Золотой ключик. Можно я как-то потыкаю ключами? Вот. Какие заборы у вас красивые, конечно. О! Вошел. Смотрите, какой у меня вот дом красивый новый. Так, давай в гараж теперь зайдем. О. Ага. Странно. Так, давай сюда теперь зайдем. Салам алейкум. Так, этот ключик не подходит. Так, давай туда пойдем. О! Еще один мой дом у меня есть, ребята. Вон, смотрите. А, это еще один дом. Давайте вот сюда теперь пойдем, проверим, подходит ли этот ключ. Нет, этот не подходит. Этот не подходит, ребята. Так, этот сюда. А, да, отсюда не подходит. Давай. Сюда вот подойдем. Нет, это тоже не подходит. О, да, этот подошел ключ, ребята. Смотрите, какие дома вот красивые, какие полы, главное, ровные. Да, это я понимаю. Ага, этот, это не подходит. Вот тут вот гаражи есть. Ребята, просто самое лучшее место для того, чтобы тут жить. Вот смотрите, можно просто сюда вот подойти. Да, это тоже мой дом. А, да, это я уже проверял этот дом. Да, вот так вот получилось, друзья. Вот так вот получилось. Хотя мне кажется, хоть вам, наверное, и кажется, что это вы имбецил, который постоянно лезет чужие... Ёпт. Ударился яйцами! Больно. Жизнь-то боль, друзья. О! Бах! Вот, смотри, вот. Вот давай сейчас... Давай. Хотел бы я на крышу дома запрыгнуть, но не получилось. Бах, вот смотри. Вот. Кам. О! А. То есть, покати. Так. А, нет. Пах. Нет. Пахнет, кстати. Ну, новое словечко получилось. Пахнет. Пахнет. Пах, пахнет. Па-па-пау. Перкель. Пах, да. А, слушай, давай. Па. Хотел просто сейчас запрыгнуть.
На балкончик. Бабах, бах. Нет. Все же не получается. Я не закончу, пока я не сопрыгну на крышу домика. Все решено. Решето. Бах, ну вот почему ты вот... Так, такие дома пошли неудобно. Бах, бах. Нет, не получится. Так, давай. Бах. Ай. Я сквозь прошу. Бах. Нет. Ну почему нет? Бах. Ну. Бах. Ну почему нет? О. Кстати, можно на крышу того дома? Ай. Блин, промахнулся. Давай спиной. Лупай. О! Ох ты, блин, а. Не получилось. А, ай, нет. Пау. Ай. Ибо. Ну почему нет? А, да. Давай. Нет. Тебя, Сереж, ты там? Смотри. Не, не смотри пока. Все зависит от нас самих. Ой, блин. Ай. Ой, ой, ой. Забыл кое-что я. Бля. Так. Друзья, раз у меня не получается, давайте пойдем скинемся просто и все. Упадем в бездну. Как бы это печально не звучало, друзья мои, давайте пойдем. Просто сюда упадем. И все. Вот такая вот жизнь печальная. Все, друзья, прощайте. Вот так вот. Карта, кстати, достаточно большая, как по мне. Да, ну карта как бы средняя по размеру. Не то чтобы прям маленькая, но не то чтобы прям большая. Средняя больше так. Ладно, друзья, это, по-моему, было одно из самых длинных роликов за неделю, наверное. Где-то 18 минут. Вот. Мне, кстати, не лагает ничего. Стон ключ у меня есть. О! А тут звук пропал, кстати. А, точно. Когда я вот так вот молотком пью, это ж нет звука, да? Вот. Ой. Ладно, друзья. Сейчас я буду тапать. Так, да. Это, да. Дорогие вы телезрители, это был я, это был дед Сережа, это был Эдгринейбер Альфа 1.03, если я правильно понимаю. Я, кстати, могу ходить? Да, не, не могу. Не, нихуя. Вот. Да. Будьте хорошими людьми, уважайте друг друга. Будьте верующими, не смотрите на сварку. Это был я. До свидания, давайте одну минуточку подождем, и будет вообще 20 минут. Это вообще будет эмбово тогда. Ассаламу алейкум. Подними трубку, чечня на связи. Ты говори, что я пьян. Да я сегодня пьяный. Эшк, 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 эшк. Тапать хомяков. Тапать хомяков. Эшкере! Хэл е! Ключи! Эшкере, эшкере! Слушай! Я то, что видел машину с надписей, я не подглядывай. А там реально не надо было подглядывать, потому что ты-то подглянул. Вот такая вот печальная история, друзья.